О способах борьбы с радикалами говорил на этой неделе и российский премьер-министр. Причем со свойственным ему юмором. В минувший вторник Владимир Путин дал интервью чеченским журналистам. Приурочено это интервью было к 60-летию со дня рождения Ахмата Кадырова, отца и предшественника нынешнего главы Чечни. Избавиться в регионе от радикальных настроений, по мнению премьера, можно только через искоренение коррупции и безработицы. Тем политикам и политологам, которые выступают за изоляцию Северного Кавказа от России, Владимир Путин пообещал хирургическое вмешательство. Вот как звучит очередной афоризм от российского премьер-министра. Тем, кто так говорит, им самим нужно кое-что отрезать, потому что они не понимают, что они говорят. Они просто не дают себе отчета в том, что они говорят. Как только какая-то страна начинает отторгать от себя какие-то проблемные территории, даже проблемные, это начало конца всей страны. Я сейчас не хочу вдаваться в детали и в подробности, но для меня это очевидно. И некоторые небольшие республики, в того же Северного Кавказа, они, вот Ахмат Хаджи был прав. Он прав был абсолютно. Они не смогут существовать как самостоятельное государство. Они фактически сразу и духовно, и экономически будут оккупированы какими-то силами из дальнего там, или ближнего зарубежья. И потом их просто будут использовать как инструмент для того, чтобы дальше раскачивать ту же самую Россию. И какая ситуация будет в самой России в этой связи? Ничего хорошего. Только беда и трагедия.